Привет, я Игнат Коротких, я играю в КХЛ. Мой хоккейный путь начался в Хабаровске в 5 лет. Я пошел в хоккейную секцию по настоянию родителей. Сразу легко встал на коньки, не падал особо, не спотыкался. Затем подружился с ребятами и постепенно втянулся в хоккей. Тренировки были с раннего утра, и меня на занятия водили все по очереди. И папа с мамой, и бабушка. В 13 лет меня взяли в команду в Санкт-Петербурге. И я уехал один, на другой конец страны. Но расставаться с родителями и младшим братом было очень тяжело, прямо до слез. Но когда приехал в интернат, то подружился с другими мальчишками. Ты и учишься, и тренируешься, и живешь с ними вместе. И времени грустить нет совсем. Это полезный этап в жизни, потому что, когда живешь один, ты взрослеешь быстрее, учишься самостоятельности. Я выхожу на лед спокойным и на позитивных эмоциях. Я такой же, как и в жизни, с хорошим настроением и улыбкой. Не думаю о том, что впереди игра. С улыбкой на позитиве намного проще. Я выхожу просто получать удовольствие от игры. Потому что хоккей – это комбинационная игра, красивая и техничная. В любом случае, важно трудолюбие, надо много работать, чтобы добиваться успехов.